Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto E7 Power сбросить настройки сети. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Система», дополнительно «Сброс настроек» и нажимаем «Сброс Wi-Fi, Bluetooth и мобильного интернета». Важно, ваш телефон забудет абсолютно все подключенные ранее точки Wi-Fi. Если вы не помните пароли, то, наверное, лучше не сбрасывать. Но если вы все-таки согласны, нажимаем «Сбросить настройки», вводим пароль и нажимаем «Да». Появляется надпись, которая означает, что все прошло успешно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!